Будешь пробовать? Ну тут нереально. А что? Он не будет. Мне не разрешает. Мамка. Зачем? У нас задача из пункта А в пункт Б прибыть. Мне нельзя. Зачем ты его с собой взял? Ну вот. Зачем ты жену с собой взял? А что значит штурман запретил? Это что за штурман? Давайте оставим. Я без лебедки сегодня еду. Всем доброе утро. Давно у нас не было хорошего боевого выезда, и вот он случился. Ноябрь месяц. Давайте расскажу, что нас сегодня ждет. Едем мы интересный маршрут. Есть один канал, ссылочка будет в описании. Два раза заезжали, две попытки делали заехать на этот маршрут. Обе попытки были неудачные. Говорит, маршрут в принципе несложный. То был буран, деревья повалило, то еще что-то, то техническая часть подвела. И все время с него съезжали, есть альтернативные съездки. Мы хотим его сегодня проехать полностью. А там уже посмотрим, как оно будет. Состав у нас хороший, 6 машин, Нивы, Джимник, УАЗы, в общем, всех взяли. Мы хотим его проехать именно вот как у нас есть трек. Есть альтернативные пути, но попробуем ехать вот именно как надо. А там будет видно. В общем, нам удачи, утро, вам приятного просмотра, а нам хорошей катки. Ну, Симбу вы знаете. Все, закрепили правильно лебедку. Последние разы была проблемка. Лебедка стояла неровно, наперекос, и гнула вот эту вот палки, но все нормально. Ну, здесь небольшие доработки после новосадового. Вроде все, должно ехать. Все блокировки, 33-й сильвера, все как положено. Костян на новой резине, да, Костян? Да. На новой Ниве, да. Это тоже последствия дерева. Все блокировки. Занижение тоже. Это Геленджик. Приехал 31-й Сафари. По поводу блокировок, по-моему, ничего у Сереги нету. Джимник, блока сзади, 31-й Сильвера. УАЗик, 33-й Сафари. Военные мосты. Первый раз едет в бой. Посмотрим, как себя покажет. Выглядит хорошо, красиво. Ну вот. Будет проверка боем. Пускай еще назад сдаст, да уже. Можно вот тут вот на самом деле? Я думал будет страшнее, езжай! В общем, ехали мы почти 10 километров, все нормально у нас было. Вот более-менее начинаются горы, грязь, оффроад.
препятствия. Уазиком вообще скучно. Им уже раскатали дорожку, там джимник что-то исполняет. Ну вот одно из таких знаменитых мест, наверное, которые часто попадают в кадр. Глубокие промоины с диагоналкой, а мы еще и после дождя. Падай нахуй. Вот такая вот грязь тут. Боковой работает. Попробуй чуть. Все, Костян прилип. Ну, дерево имеется. Олег, на стену залази, на стену прям залази. Ты чё, братан, зал? А, не, не забуксовал. Да я снимаю, не переживай. Да, ну что, давай. Собирает под собой. Короче, пацаны с Геленджика на лебедке. Красная там опять тоже, ну не опять, первый раз лебедка. Там джимник на боку лежит. С нами самый опытный штурман юга России. Чего? Че? Возьми рацию.
Фендер левый подоторвали немного. Левый передний фендер оторвали немного. Не, понятно. Не-не-не, не торопитесь. Сейчас уже нет. Он сидит на яблоке. Он сидит на яблоке плотно. Подожди, назад давай. Стоп. Руль ровно ставь. Руль ровно? Руль ровно. Руль чуть вправо. Вправо. Назад максимум давай. Стоп. Подожди, стой. Не круть. Назад дай. Стой. Слушай. Да стой. Назад дай. Остановись, замри. Как она висит? Подожди, замри. Слушай, а здравая мысль? Вперед, назад. Назад. Не как суй, назад. Остановись, стой, замри. Замри. Стой, назад дай. Назад до упора и замри. Стой, остановись. Руль чуть вправо. Стой, еще. Стой на тормозах. Давай вперед, но не как суть. Слышь, давай, не останавливай. Димон, нифига ты умный. А? Нифига ты умный. Ну он уж пример. Не, да я понял. Прикольная тема. Ну вот такое никогда нельзя делать на ходу. Порвет полуося. Ну я понял, чисто когда на тормозах вот стоит, ты промял. Колесо не крутится. Все правильно. Да? А, потому что правое вывешивается, ему легче. Просто куски грязи такие. Все, прошел. Влево. Падай. Влево. Еще влево. Влево, Сережа, влево. Добро пожаловать! А он все равно падал уже. Ну, 31-й с 33-ми, конечно, разница есть, хоть Костян все и пробурил. 31-й встали. Хватит до сюда? А, так Костян тут и сидел, че мы? Вот до сюда ему надо доехать, и он поедет дальше. Там Олег ждет, ну когда ехать. Ну сейчас у него штурман сказал Олегу ждать. Вот он ждет, сейчас пацаны вот борются, проедут. Газу, останавливайся. Аккуратненько. Бах. Ему влево надо. Ну. Нет, зря. Так себе идея. Молодец, смотри. Не, ну, в принципе, шиш лёг. Вестовским зеркалам. Блин, видео вообще не передает. Он просто на бочине лежит. Но едет. У него левая передняя вообще нам по земле почти сейчас не ехала.
А, Хондора, да. Газу, газу, газу! А ну видишь, тут уже все. Ну я ему говорил влево ехать, он поехал посередине, но смотри, он молодец, он сюда заехал в нужный момент. Нормально. Так, смотри, он бочи, вот это все отшлифовалось Нивой. Олег после 31-х сафарей едет на 33-х. Естественно, ему будет полегче. Тебя первым надо ставить. О! Запомни. Не знаю, что дальше. Что он мутит. Это автомат, походу. Сейчас выйдет. Сейчас он будет влево выезжать. Рулем! Оп! О, зеркало потерял, по-моему, да, где-то? Да, оп! Аккуратно! Он потерял. Вот сюда! Вот, да, потихоньку! Бах! Лебедка! Нет, на себя! Забирай! Нет! Влево, руль. Да. Вот, все, пошел без остановки. Собирай, без остановки. Собирай. А ты едь. Не тормози, едь. Наматывай. Ты оцепляй. От дерева. Марина, одну сторону мотает, потом перемотает. А потом он вернется другой дорогой. Thank you.
Нивы, если выползли из колеи, то у УАЗа это не получилось. Напомню, 33-е, сафари, военные мосты. Тоже чертит, но едет. Извините, бегу, неудобно. Тихо, тихо, тихо. Ну дальше там, в принципе. Давай, проходи. Хорошо идешь. Сейчас, подожди. Костян, вперед смотри. Да, 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 иногда. Вот, 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 вот этого я и боялся. Ща. Дим, ну, в принципе, сюда и спускай. Кос, 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 аккуратно. Давай, 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 давай. Вправо и пошел. Оп, давай, 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 давай. Почти, да газу, газу. Цистеха рулит. Опасненько. Кстати, у нас впервые в жизни развернулась машина, поехала обратно. Короче, у патриот, которого мы ждали, у него поломался стартер. И он поехал домой. Давай, давай, давай. Прям ложи. Рывком, во, все. Так, пошли, парни, там его держать надо будет. А что ты сидишь? Ну вот там вот надо, короче, либо копать, Костян чуть не лег. Так что очень аккуратно, там падать не вариант, вот эта промоина. Там попробуй прям заехать на кучу и по куче ехать. То есть, ну очень сложно, давайте. Там просто его контролить надо, то есть он самому тяжело. Не, ты снимаешь, Саш? Ну тут ничего сложного, вот это интересное место. Сколько раз видели его в инстаграме, как парни тут ездят. На видео казалось, ну блин, вроде немножко так промойно, но что страшного-то. Но здесь очень интересный уклон. И вон там промоина, и получается машина когда едет, колесо туда падает, а тут горка, и машина легко ложится на бок. А лебедить тут не за что. Ну, тут главная работа со штурманом и такая небольшая диагоналочка. Ну, в принципе, сейчас грунт такой мягко-твердый, он зацепистый, и поэтому едет машина нормально, если хорошо стравлена. Еще туда, он сейчас свалится.
давай сюда, давай. Залази, залази. Зайка, ты вынул. Твое любимое, да, Олег? А там еще интересней. Это то место, где УАЗики мучают. Да, 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 да. Ну... Давай, едь. Саша, мне кажется, ты лишний вес. Право, 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 право. Газу, 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 газу. Опасненько. Твое любимое. Олег! Олег! И на одном ходу всегда. Воу! Олег, просто едь! Просто едь! Отлично, молодец. Грязь на боковом. А теперь самое интересное. А теперь самое интересное. Не идет. Все, выпрямляй, выпрямляй, ровно. Сюда, ровно. Газу идти всегда. Да, очень интересно, парни, а почему раньше вы сюда не падали, не ехали? Военные мосты, 33-е колеса, спокойно проехал, он даже не рад. Правильный в 0,9, 0,8. Вот это вымыло, мне кажется. Вымыло? Ты... Вот это вот, это Нива не помещается. Ну да, ну а раньше на патриотах проезжали. Но по-сухому, Олег, по-сухому. Ну подмыло, да, скорее всего, потому что у нас прям жижа, жижа. Вот он спокойно съехал и все, проехал. Ну такое узенькое место, конечно. Ну все? Больше паялись, а я копать, копать предлагал. Ничего не надо копать, надо просто ехать. Почему направо, чтобы задние колеса вышли? Все? Обсудили? Вот а что так запыханный? Ты как будто бежал. Без гидроча. Ну, нормально. Я все, следующая поездка гидрач будет стоять. Вот еще интересное место. Квадроциклетный мостик. Там промоина. А УАЗы ехали вот здесь. Тоже подразбили дорогу, раньше она была прям, то есть упор, и сюда выгребали бамперами, но уже подразбили. Кос, давай сюда! Хочешь порубиться? Или нам нет?
скорее всего, лебедка. 100%! Вот! Тут вот так! Кос сказал, ну раз УАЗики проезжали, почему не проедем мы? Правда, они на лебедках проедут. О, стой! Все, лебедка! Прикольная яма! Я лежу просто! Будешь пробовать? Ну тут нереально! А что? Он не будет. Мне не пробовать. Разрешает. Мамка. Зачем? У нас задача из пункта А в пункт Б прибыть. Мне нельзя. Зачем ты его с собой взял? Ну вот. Ну чем ты жену с собой взял? Да что значит штурман запретил? Прикольно, это что за штурман? Давайте оставим. Я без лебедки сегодня еду. Ему все об этом говорят. Он же хотел без лебедки.